One devotee, he respect me, love me very much. He is a disciple of Srila Bharati Maharaj. He is putting some question. Also is writing, you can give openly this answer or secretly. But I never fear, so I can speak firstly. But I cannot speak the name of that. You know, who is putting question. Very nice question. What type of question? Instant, when I go from here, instant I start writing. Fraction of second. In boat, I took decision and then go and sit. Started writing. So I say, I can give evidence here. So, here is putting question. You know, Jiva Goswami claims in Sandarbhas that the Sarupa of Jiva is not inherent. Whereas, you know, while Bhaktivinoda Thakur, you know, writing, the Sarupa of Jiva is fixed. How to reconcile this teaching? This is a big question. First of all glories to Sisi Guru and Gauranga. Very nice, you must hear very fine, nicely. So many things. Значит, вопрос тот же, живот ответ. Гаурия Гаштипати. Все слова Шишила Гауранги. Гаурия Гаштипати. Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати. Госвами Такур Джагадгуру. Он сказал, что логическое объяснение, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. Это мы должны помнить в начале всего. Мы находимся на пути Шроутапанти. И согласно Гуру Парампаре, настоящей Гуру Парампаре, мы можем обрести знание. Наша ограниченная концепция, ограниченное восприятие, оно ограничивает вас и приносит какие-то проблемы. Будьте внимательны, поскольку бесконечное число времени мы все находимся в обусловленном состоянии из-за майи. Будьте внимательны, что с бесконечного времени мы находимся во все в обусловленном состоянии в майе. Начало неизвестно. Когда эта дживатма обрела это обусловленное состояние, мы не знаем. И поэтому говорится, что это анади. Шрила Бхактивинода Тхакур дает научный ответ. Мы не знаем, когда это обусловленное состояние началось в нашей жизни или в чьей-то жизни. Но это не значит, что все дживы обусловлены. Не все, поскольку число джив бесконечно, их невозможно пересчитать. Какие-то в обусловленном состоянии, какие-то не в обусловленном, а начало их обусловленности неизвестно, и поэтому анади, это слово используется. Нет начала и нет конца. И это мнение Шрилы Бхактивинода Тхакура, будьте внимательны. И чидатма, слушайте внимательно, чидатма, оно имеет такие же качества, как Кришна, такую же свободу, как Кришна, такие же качества, как Кришна, и такую же свободу, как Кришна, и также склонность к наслаждению, такую же, как у Кришны, поскольку оно исходит из Кришны. Satchit Ananda Amsena. Satchit Ananda. Amsena. Satchit Ananda Amsena. All the same, like Krishna. But due to insignificant structure, jiva is very weak in nature. Из-за своего крошечного размера, она слаба. Поскольку Кришна подобен Солнцу, а эти дживатмы, они подобны частичкам света. И дживатмы, у них есть склонность к наслаждению, как у Кришны, но эта склонность к наслаждению становится оковами для дживы. Из читания Чайтамриты я привожу пример. Читание Чайтамрита из Мадхи, середины читания Чайтамриты. Мадхи 20, 100,
17 and 118 shloka. Krishna Bhuli, Anadi Bahirmukha, Atayeva Maya Tare Dei Sansara Di Dukha. And another point is also there, I like. And also different on and time to time, this kind of fighting going on in Haridwar, в Харидваре, во Вриндаване, в Пури, еще где-то. With this point. What point? Насчет этого спорят. Everybody, all speaker, they are speaking this way. Ah, actually, Jiva the, обычно все говорят, что Джива это часть Кришны, что это Амша. Амша значит. И здесь тоже говорится, что. Ну, это для нас это. Непонятно. Что все Санатана Дживы, Верховный Господь говорит, я Санатана, и Дживы тоже Санатана. Но они моя амша, и тут непонятно, как это возможно. Амша, что значит амша? Нитья-васту, пурна-васту, в Упанишадах можно найти такие слова. Если вы думаете, что Джива – это Амша Кришна, то это ошибка, это глупо. Почему? Если мы не следуем Гуру Вайшнавам, поскольку Амша Кришна, она также цела. Part of Krishna. Противоцелая Кришна. What do you mean? Что это значит? Это значит противоцелая. It's big problem. Это не всем понятно. И какова же Сиддханта? То есть часть Кришна, она как бы полна, как и Кришна. То есть Кришна и его амши, его части, дживы. But you can go back to вот это то, что говорится тут, это правильно, но если мы вернемся к Веданте, там говорится, что все энергии Кришны не отличны от Кришны. И в этом случае мы можем сказать, что все дживатмы – это татастха шакти, пограничная энергия. Вы помните об этом? Но не всегда. И Кришна – это амша дживы, но не прямая, а амша дживы. Это амша of sakti, light particle. Это часть его пограничной энергии, то есть не самого Кришна, а его энергии. Поскольку любая часть Бхагавана, Верховного Господа, не отлична от самого Бхагавана. Если от бесконечности что-либо отнять, либо что-либо добавить, это и будет бесконечность. И поэтому another next verse you can discuss. I have no time. And as for Bhagavatam, следующее, согласно Бхагаватам, first canto 10 and 6 shloka. First canto 10 chapter 6 shloka. Muktir hitva anatharupam sarupena vavastiti. Muktir hitva anatharupam sarupena vavastiti. I already told. Я уже сказал насчет этого. Что значит мукти? Мукти значит обрести свою сварупу. А сварупа дживы – это быть вечным слугой Кришны. И те, кто соглашаются или не соглашаются, они осознанно или неосознанно, они все служат Кришне. И они все слуги Кришны, но они не все знают правду об этом. Понимаете? Now due to и вот, из-за авидьи невежества, due to avidya, falsely attributed identity of jivatma is из-за ложного самоотождествления, из-за этого невежества, identity of jivatma if somehow can be eliminated by the mercy of Guru Vaishnava, then jivatma can discover that I am the servant of Krishna. Дживы, они избавятся от него с помощью Гуру Вайшнавов, то дживатмы, они осознают себя как вечных слуг Верховного Господа. All set? That is called actual sarup siddhi. И это называется настоящая сварup siddhi. What do you mean the sarup siddhi? Что значит сварup siddhi? Это обнаружить на 100%.
то, что вы настоящий, вы вечный слуга Кришны, у вас нет никаких других обязанностей в этом мире. Это и зовется Сваруп Сиддхи. Это зовется Сваруп Сиддхи. Это зовется Мукти, настоящая Мукти, освобождение. So on this и on this common point, you know, значение Дживапад и Шрила Бхактивинода Тхакур, они говорят то же самое. Для всех дживатам это общее, что они все естественно, они слуги Верховного Господа. Они не говорят что-то разное. Они говорят то же самое. No disparity. И нет никаких сомнений в этой седанте. Но вы могли понять неправильно Дживу Госвами. Во время Гуру Пурнима кто-то сказал, что Дживу Госвами не следует Рупи Госвами, Паракия Саки и прочее. Вы слушаете это с неотрывным вниманием. И смотрите, там можно найти, что Дживапад и Бхактивинода Тхакур, они говорят то же самое. То, что хотел сказать Джива, у Васту Сиддхи, какую саву вы получите по милости Расик Гуру в итоге. Mode of seva you are practicing, и ultimately at the time of Vastu Siddhi, во время Васту Сиддхи вы когда выйдете из своего тела и обретете это сева, вот это уже не для всех и не рождено во всех. Это зависит от качества Расик Санги, которую вы поддерживаете. То есть от вашего общения зависит, от вашего гуру. Если вы будете общаться с преданным Шанта Расы или Ватсаля Расы, то это может измениться. Это зависит от вашего общения. И поэтому Дживапад, он не он следует этой седанте. И вот Васту Сиддхи, оно зависит от, конкретного расик санги, который вы обретете по милости Кришны, если вы не хотите, не обретете. И вот второе, дживатма, то, что они все татаса шакти, пограничная энергия. И у них есть get a permanent seva, склонность к совершению баджану Верховному Господу и обретению там положения в том духовном мире. И также ну, то есть, есть склонность к Кришна баджану и к майя баджану тоже, то есть к наслаждению тоже склонность есть, поскольку они татаска шакти, пограничная энергия. И вот, хотя, и вот, и хотя сваруп шакти, оно всегда находится с дживатмой, но количество ее очень мало. Openly or secretly, covered or uncovered. Sarva Shakti can develop according to association. Таком, even one, you know, в открытом или покрытом состоянии находится, то есть может просто не видно, может быть, даже какие-то люди, которые достигли успеха в баджане, они могут опуститься, хотя это Сваруп Шакти, оно находится в дживатме, но иногда в таком в явленном виде, иногда в скрытом, спящем, в дремлющем состоянии. Хотя Сваруп Шакти, оно есть в дживатме, но количество ее очень незначительно, и поэтому они могут или не могут стать успешными. Как могут, так и не могут. Это зависит от многих факторов. И поэтому наша ежедневная молитва всегда, мы должны молиться Верховному Господу. Вот как Бхактивинода Тхакур говорит, наша непрерывная молитва должна быть. Если мы забудем, мы пойдем. Мы должны молиться о милости Верховного Господа. Чем больше мы обретаем чит-бол,
такой духовной силой, тем выше и выше мы продвигаемся. Пример Аджамил, он совершенен. Количество чинбола, которое он имел в нем, его было мало, чтобы избавиться от влияния майя. So he was bound и to поэтому fall он был вынужден пасть. Jiven Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Вечная Siddhanta Swarupa. By Bhakti Siddhanta Saraswati. Это Siddhanta Jiven Swarupa Hoy. Вот это вот Siddhanta, что душа одна, вечная слуга Кришны, это она единая у всех наших ачарий. Шри Чайтанья Махапрабху говорит Санатане. Кто говорит Siddhanta? Сам Верховный Господь. Swayam Rupa Bhagavan, Shri Krishna Chaitanya. Jive Sarup Hoy Krishna Nitya Das. This Siddhanta of, by Chaitanya Mahaprabhu. You cannot change this Siddhanta. Вы не можете изменить эту Siddhanta. Also I told Shakti, и также я сказал, что Шакти, оно не отлично от своего Шактимана. Обладатели Шакти, их нельзя разделить. Шакти и обладатели Шакти. Кто Шакти? Он же Шактиман. I already speak many times. Я сказал много раз. Shakti and Shaktiman non different. So Shakti, Shakti, Mato, Abhed. According to this Vedanta Sutra, Shakti is always with Shaktiman. И вот согласно Веданта Сутре, Шакти, оно всегда с Шактиманом находится. И наша материальная наука говорит, что энергия не может быть сотворена или разрушена. Энергия, она может только из одного состояния в другое переходить. Для нас это невозможно сотворить энергию. И что это? Это то, что говорится в Ведах, Веданте. И там говорится, что Шакти навсегда находится с Шактиманом. Чит Шакти, Майя Шакти. Мы можем разделить Шакти Татву на бесконечные части, но есть три основных категории Чит Шакти, Джива Шакти и Майя Шакти. Майя, значит, внешняя, внутренняя, йога и Майя Шакти. Внешняя – это Махамая. И вот Шакти, оно всегда пребывает у Шактимана. So, Chit Shakti, Jiv Shakti, and Maya Shakti, Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, all coming from Krishna. Внутренние и внешние, они все исходят из Кришны. Из чего еще? Also due to Krishna. Also due to Krishna's eternal existence in Goloka. И также Кришна, он всегда присутствует на Галоке. И также, если согласно математике, Кришна, дживы, они... То есть тут много зависимости от вас, поскольку вы можете привлечься майей или привлечься Кришной. И все шакти, они изначально они на Галоке находятся, как и Кришна. И Кришна Чайтанья, он Чит-Сурья. Он Чит-Сурья. Вы понимаете? Like Чит-Сурья, это подобен Солнцу. А все дживы, они подобны like, частичкам like света, лучам. So all rays, all и все эти лучи, они исходят из Солнца. So at the same time, и в то же самое время они отличны и неотличны от Него. И таким образом, Джива, ее вечное существование на Галоке может быть, и Джива также может прийти в этот мир, чтобы наслаждаться. И, но из-за Ачинтья Беда, Беда Татвы они могут... То есть наше какое общее видение? Мы должны видеть все в свете Адвайты Гьянтатвы. Почему вы
не можете этого понять. То есть все нужно видить в свете Адва-Гьян-Таттвы. Осознанно или неосознанно. Все дживы, вечные слуги Кришны. Это Ачинтья-Бхеда-Бхеда-Таттва, она уникальна. И она находится за пределами нашего человеческого понимания, сознания. Кришна, он делает что-то так, почему Кришна настолько жесток, являет какую-то лилу так, что дживатмы, они в майе оказываются, но в шастре описывается, нет. Кришна хочет... То есть это все Кришна лила. И философы, великие философы говорят, что вся эта брахманда, вся эта материальная брахманда, она подобна расе. And you know, playing with all jiva, come. No, I cannot come. Please. This is one kind of big, you know, super ras. Super ras going on. Которая происходит как в том мире, так и в этом. So you should have, you should not have any kind of questions. No. So Krishna, in not putting you in pressure, somebody putting question in front of me, Maharaj. Не заставляет, а кто-то говорит, что Кришна может спасти животное, может остановить меня от совершения каких-то грехов или еще каких-то плохих действий. Но я уже сказал, что животное, она получила такую же свободу, как и Кришна, и Кришна не хочет влиять на эту свободу дживы. Если Кришна хотел бы арестовать животное, то тогда его лила не была бы успешна. Out of your own, you know, bhajan, how you like to come back? Кришна позволяет вам выбрать, как вы хотите anywhere, вернуться к нему или не хотите вернуться, поскольку вечно, и так или иначе вы вернетесь к Кришне, вопрос только когда. И поэтому таким образом Кришна является лилой в этом материальном мире, как, например, какой-то человек с обезьянами, как сказать, и зовет их куда-то, и обезьяны вынуждены прийти рано или поздно. И Кришна, он не хочет нас беспокоить, не хочет влиять на нашу свободу. И тогда эта лила, она не совершенна. Если мы как играем где-то, то силы нас будут заставлять что-то делать, то это не совсем хорошо. Футбол. All going on, World Cup, football going on, it's depend. You can lose your position, you can come, it's depend. How best possible way you can utilize your, you know, liberty. То есть это вопрос того, как использовать нашу свободу. I think it is completely a scientific answer. You cannot have any questions. So you see, he's putting this kind of question, and you know, I give answer to. И я ответил на его вопрос, что если жива, then how they are covered with man.